Друзья, ваши Браво! Аплодисменты. У нас в студии победительница городского конкурса красоты и таланта «Маленькая мисс Екатеринбург» 2021 года Злата Гаврилова. Она сыграла нам на аккордеоне. И это еще не все таланты, которые оказались в этой самой студии. Сейчас будем знакомиться. Также мы приветствуем в этой студии победительницу 2020 года Мирославу Лопатину и руководителя продюсерского центра «Карамель» Елену Богданову. Доброе утро. Доброе утро. Елена, конкурс «Маленькая мисс Екатеринбург» уже пройдет в 20-й раз, пожалуй, уже можно хвастаться успехами и достижениями. Ну, конечно. Самое главное достижение – это наши участницы и победительницы. И можно рассказывать долго-долго разные интересные истории, но самое главное, для чего мы проводим конкурс, это дать возможность девочкам помечтать, озвучить свою мечту. И эта мечта обязательно сбывается. У нас есть статистика, и мы эту статистику периодически на конкурсах на финале показываем. Вот вы сказали, что вы в этом плане рекордсмены. А в чем секрет долголетия? Именно вот в этом моменте, что вы помогаете раскрывать таланты юных участниц? Конечно. Ну, прежде всего, мы стараемся достучаться до наших девочек, дать им возможность попробовать себя в разных направлениях. Ну и затем у нас есть традиционные моменты. Например, мы единственные в России, кто делает авторское ювелирное украшение на детском конкурсе. И каждая участница, вернее, каждая финалистка, победительница, получает на память вот такое изделие, авторскую корону от Игоря Дара. Да, и это на самом деле вот тот подарок, который они сохраняют, ну, в общем-то, всю жизнь, наверное, теперь, сегодня, на сегодняшний день уже 20 лет. Ну, о предстоящем конкурсе мы еще поговорим, а давайте пока познакомимся поближе с девочками. Злата, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от конкурса и от победы. Какие эмоции ты испытала? Мне все безумно понравилось. Очень хорошая организация, очень грамотные члены жюри. Все безумно ярко, безумно красиво. А было очень волнительно. Страшно. Как-то делается все просто для себя. Поэтому нет. Слушай, такие слова, умудренные опытом. Подожди, сколько тебе лет, извини за вопрос? Мне 12. 12 лет. Ну, она уже профессионал в своем деле. Что ты хочешь? Для себя. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность еще раз прожить этот самый момент, ты бы это сделала? Конечно. Конечно. Так, ладно, мы слышали, как играет Злата. Это было замечательно, да, здесь спорить глупо. Мира, ты чем увлекаешься и как решила принять участие в конкурсе? Я люблю рисовать. Ты любишь рисовать? Я давно слышала об этом конкурсе и решила просто поучаствовать. Хочется отметить то, что ты, ты участвовала с рисунками? Нет. Но у нас они просто сегодня есть в студии, я так понимаю. Да, рисунки показать. Есть. Можешь продемонстрировать какие-то свои работы? Это все то, что ты рисовала? Нет, у меня еще есть. А, еще нет. Вот это это все твое? Угу. Так, давайте показывать. Почему бы и нет, Анастасия? Обращаю ваше внимание. Есть название у этой картины? Названия нет. Названия нет. Но очень красиво. Это очень круто. А как давно ты рисуешь? 5 лет. 5 лет. А сейчас тебе сколько? 9. Ну, нормальненько, что. Современные дети, что ты хочешь. Вот. В рамках конкурса мы даже проводили выставку Мириных работ. Угу. И это была прямо очень такая мини-персональная выставка. И это было очень достойно. И обе девочки у нас, помимо того, что они победительницы в номинации «Маленькая мисс Екатеринбург», они еще победительницы в номинации «Талант». Потому что конкурс у нас не просто, так скажем, природной красоты, да, это все-таки и наших внутренних способностей и желания развиваться, и поэтому талант имеет очень большое значение. Это конечно. А вот вопрос к самим девочкам. Девочки, вы шли на конкурс, чтобы победить, или, как говорится, главное не победа, а участие? Хотелось победить, вот именно прийти, я выиграю всех, или просто поучаствовать, как будет? На каждый конкурс нужно идти уже с уверенностью в душе, что я победитель. И тогда все получится. Я первый раз слышу от ребенка такие мудрые слова. Мудрые, умные слова. У нас есть еще одна работа в финале, я покажу еще одну работу. Мирослава, да? Тоже твое? Ну как тебе? Я даже не знаю, как это описать. После того, что ты мне показала, это все выглядит очень красиво, очень ярко.
Мы люди, которые вообще не умеем рисовать абсолютно. На эти вещи просто смотрим с восхищением. Ты большая молодец. Большая молодец. Да, кстати, в рамках конкурса мы всегда проводим мастер-классы. И те дети, которые до этого никогда не пробовали, имеют возможность почувствовать себя настоящими художниками. Потому что есть серия мастер-классов, мероприятий. Конкурс у нас еще проводится не просто для, только для девочек, но и для семей. Мы делаем кулинарный поединок среди пап, делаем стильную маму. Стильная мама выбирается не просто кто-то из стилистов готовит маму, а девочка сама свою маму одевает. И для многих мам это, ну, так скажем, некое открытие, потому что дети видят мам совсем по-другому, не так, как они привыкли. Ну и про талант я уже сказала. Вот это основные конкурсные мероприятия, которые предстоят девчонкам в процессе подготовки к финальному шоу. Это безумно интересно. Так, маленький мисс Екатеринбург, расскажите, у вас вот связанные с вашими талантами есть какие-то будущие мечты? Кем вы хотите стать, когда подрастете? Я хочу стать художником, модельером и дизайнером комнат. Так, художником? Модельером. Модельером, дизайнером? Комнат. Комнат, то есть дизайнером интерьера. Угу. Интересно, так. Я хочу стать музыкантом, играть на аккордеоне и быть актрисой. В общем, как бы то ни было, у нас девочки действительно талантливые. Все планы связаны с тем, что они смогли реализовать на конкурсе. Так, знаете, что хочется отметить? Наверняка нас сейчас смотрят девчонки, родители. Как попасть на конкурс? Да, сейчас у нас идет кастинг, и 29 октября в 15:00 мы ждем всех желающих, кто еще не успел подать заявки. Ждем в торговом центре Успенский, 5-й этаж, и будем рады всем, кто откликнется и кто решится испытать себя на 20-м юбилейном городском конкурсе «Маленькая мисс Екатеринбург». А сколько девочек по итогам кастинга станут участницами конкурса? 20. 20. Хорошо. 20. Где, когда состоится еще раз финал? Можно ли будет на него попасть, приходить, поболеть за девчонок семьями? Да. Финал состоится 27 ноября в 19:00 в Музее истории Екатеринбурга. Угу. То есть... Все-таки про Екатеринбург? Так, естественно. Это семейный конкурс, правильно? Я понимаю, что можно приходить будет семьями. Да, конечно. Да, конечно, конечно. Ну что же, это все очень здорово. Мы вас бесконечно благодарим за то, что вы сегодня пришли к нам с утра, составили нам компанию, стали украшением нашего эфира. Напоминаем еще раз, что у нас в гостях были победительницы городского конкурса красоты и таланта «Маленькая мисс Екатеринбурга» Злата Гаврилова. Злата! Мирослава Лопатина. Мы вам желаем всяческих успехов и удачи. Ну и, конечно же, благодарим руководителя продюсерского центра «Карамель» Елену Богданову. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, что пришли.